Всем привет, 7 марта. Всегда у нас в марте-феврале такие метели бывают. Случается, вот так вот приезжаешь, просто напрочь все заметает. Сколько здесь? 2-3 метра просто снега вот этого двинулось за 2 дня. Придется сейчас намочить ножки, потому что сапогов-то нету с собой. О, черт. Вот здесь полметра. Вот земля. Полметра тут не замело, вот тут затянуло до конца. Вот так я иду. По колено провалить, даже выше. А муниципалы наши, вот они прочистили, а тут типа уже не улица. Тут типа никто не живет. Сами чистите. Каждый год доказываешь, что здесь 50 метров можно толкнуть. Уже снегоуборщики купил, чтобы не мучиться. Потому что вот это я руками никогда бы не выкинул. Тут надо стену делать, толкать. Ну, как-то вырублю, чтобы на один проезд было. Да тут просто дверь не открыть. Тут наметает так. Черт побери. Вот это метель. Вы посмотрите, что. Вот это дал газу. Вот это ветер был. Тут просто за 2 дня такие сугробы. Красиво как. Очень красиво. Вот это сугробчики. Тут ты посмотри, что. Вот это красота. Вот там все надо чистить. Кто-то сегодня мне с подписчиков в Томска пишет. Откапывали ли улья? Нет, ничего не откапывал. Минус же на улице. Что откапывать-то? Зашел в дом, думаю, что так темно? А просто с востока полностью забило снегом окно. Я там даже не обходил. Просто вот комната темная. Все, вот окно второе. Просто забито снегом. Не было такого еще ни разу. Вот это метель. Вот так вот занесло дом с востока. Уже казалось, всякое тут видел, но такого еще не видел. Вот тут все выдувает, а здесь просто стена снега до крыши. Ну так, так ветер завихряется здесь. Посмотрел температуру в зимовнике, 5,5. Уже приличная температура. Пчел, конечно, больше. Сейчас сзади проверю вентиляцию, прочищу. Так, ну занесло его полностью. Вижу проталину впереди. Не знаю, я бы не стал трогать. У них там температура сейчас стабильная. Главное, чтобы были в порядке, и все, вот тут вот вижу. Вот видите, пока по времени лезть. Не хочу ее давать канде, как многие-многие пчеловоды начинают с января, с февраля. Все-таки на свою систему буду полагаться за корма, как я всегда делаю. Единственное, что нет опыта с ППСом. Дождусь оттепели все-таки. Вон вентиляция оттаяла. Как Иван Сусанин тут ходишь. О, надел специальные ботинки, чтобы снег не набирать. А, ну она, видно, отсюда оттаяла. Это просто лед висит, не полезу я туда. Вон там чистая вся. Не полезу тут. Это снег. Ладно, пока к пчелам не полезу. Сейчас со снегом разберусь. Как говорится, оставайтесь на канале. Вот вчера я потратил часа 4. Вот здесь вот высота на 1,5 метра. Прокопать, чтобы... Ну, ротором чистил, уборщиком. Он высокий, ну, высокий снег не проходит, подрубал. Потом проходишь, подрубал, проходишь. Ну, что сделаешь. Маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества. В
Вот так на Эльбрус поднимаются, Катя. Ура! Окно! Два слова. Что вам надо найти? Ого! О, горка, детям кататься. Пойдем зимовник. Я сделал немного канди, килограмма 3,5. Взял. Ну, не знаю, по ситуации. Может быть, кому-то положим, может, кому-то нет. Пошли. Я метлу не взял для подмора. Ладно. Забегай, я закрою. Ну, гудят, а чё, всегда гудят. Подмора добавилась, конечно. Вот наш контрольный улей. Кверху они поджались. Тут я вижу мед. Не знаю, я почему-то им канди хочу положить, потому что у них улетает. Вот здесь хорошо видно их. Вес улетал. Так, было, значит, 38. 35, 600, 700. Ну, короче, это 2,5 килограмма улетело. Это я, по-моему, месяц назад взвешивал. Ну, не факт, что они корма так едят. Тут с весами я не уверен, что все нормально. Ту семянчик выберу. Они так длинно расползли, что им надо в длину его сделать. Так, для подстраховки. Видите, полетели пчелы. Сейчас мы туда ускоримся. Так, все нормально здесь. Проверим только дорогих маток. Вот как открыл в прошлый раз, и все, пчелы сразу поджались. Снизу видно, висят. Пускай камеру туда вон снимай. Угу. Хотя нет, вон они до пола, видно, да? Да. Красиво сидят. Не знаю, вот они сидят спокойно вообще. Я не вижу, чтобы там проблемы с кормами. Положить чисто для успокоения, чтобы не переживать. Сидят спокойно, и мед сзади есть. Вот так вот положил, там ближе как к краю, чтобы все улочки перекрыло. Вот это следующую положил. Крайне немножко уже возбуждается, но шумим. Так, вот это что-то мне в прошлый раз показался. Вот так я поднял. Показался легким. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте одну дорогую без канди оставим, а вот этим положу. Как-то кажется, у них пустовато мне показалось. Прям на голову положу. Насколько я знаю, канди не провоцирует ранний расплод, то есть корм сухой. Пчелы для себя будут использовать. Так, тут тоже вот влага появилась. Дай-ка железку. Ну, подморчик в ульях есть, не без этого не получится.
Так, все сидят нормально, маленько, может быть. Так, а те, которые на медузе будут, ну-ка пойдем. Сейчас проверю, градусник нормально стоит. Вот мора увеличилась, надо подмести, в следующий раз зайду. Вот это у меня ряд 8 отсеков, да, все на меду. Сидят. Сидят. Сидят спокойно, здесь спокойно. Сидят. Все нормально, все 4. Все, пчел проверили, зимуют нормально. Все живые, немножко активность повысилась, температура в омшаннике повысилась. Сейчас еще будет минуса и 20 ночью. Сегодня вот возможно будет плюс 0, 0, там минус 1. Потом будут все равно такие морозики. Сейчас начинаю чистить тачок, чтобы потом мокрый снег труднее чистить. Тяжелее будет снегоуборщику. Заранее начну его очищать. Канди положил. Посмотрим, как среагируют. Ну, как они среагируют. Начнут потихонечку брать, если им нужно. Если не нужно, так и будут сидеть, как сидели. Наверное, при оттепели подлезу к ППСному улью. Открою, посмотрю, как они живы, там не живы. Положу канди. Но это сниму обязательно видео. Все, спасибо, что смотрите. Всем удачи, будьте здоровы. Если нравится, ставьте лайки. И, кстати, пожалуйста, нажимайте колокольчик. Я забываю все время просить, чтобы уведомления приходили вам. Все, будьте здоровы, пока.